Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в своем телеграм-канале поделился впечатлениями о двухсторонних встречах президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Посмотрел по ТВ индивидуальные встречи Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Путин и Алиев разговаривали как равные, с уважением друг к другу, отметил он. По словам Коротченко, о встрече президента Российской Федерации с премьер-министром Армении сложилось такое впечатление, что Путин выступал в роли политического психотерапевта Пашиняна. При этом эксперт высоко оценил прошедшую встречу, отметив экономическую роль транспортного коридора Азербайджан-Нахчеван, большие перспективы которого в будущем может получить Армения. Развитая и устойчивая экономика – основа благополучия общества. Интеграция Армении в многосторонние форматы сотрудничества, транспортный коридор Азербайджан-Нахчеван дадут армянской экономике новый импульс развития, подчеркнул эксперт. Коротченко также добавил, что России в таком случае не придется больше дотировать Армению, выдавая ей новые кредиты. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.